Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников и скульпторов Херонимо Висенте Вальхео Косида. Был испанским художником эпохи Возрождения, скульптором, ювелиром и архитектором. Я цитирую Википедию. Родился в 1510 году. Родившись в знатной семье, Косида специализировался на настенных росписях и алтарях, которых он украсил более 25, хотя большинство из них не сейчас утрачены. Был активным в провинции Сарагоса, выполнял кропотливую работу, особенно в обработке женской фигуры, и обладал большой трудоспособностью, посвятив живописи почти 60 лет своей жизни. Ему приписывают внедрение стиля Рафаэля в Испании, возможно, в результате обучения в Валенсии у Висенте Масси, поскольку он никогда не ездил в Италию. Он также продемонстрировал влияние Альбрехта Дюрера, особенно его рисунки. Великий новатор и пионер живописи эпохи Возрождения в Арагоне вместе с итальянцем Томасом Пеледе, его стиль подчеркивает сложностью деталей, элегантность жестов и лиц, стилизацию канона и сложные пространственные композиции. Был художественным консультантом Эрнандо де Арагона, архиепископа Сарагосы, который в свою очередь был его главным спонсором. Это позволяло ему работать в местном соборе и содержать мастерскую в городе. Его самая ранняя сохранившаяся работа состоит из нескольких картин и алтаря собора Сан-Хуан-Баутиста де Тарасона, датируемого примерно 1530 годами. Его стиль эволюционировал в середине 16 века в маньеризм, где он впитал уроки таких мастеров, как Рафаэль и Леонардо да Винчи. Рождение святого Иоанна Крестителя, алтарный образ черты хаоса Аула Деи, написанный около 1580 года, одна из его лучших работ. Черты хаоса Аула Деи – картезианский монастырь, расположенный примерно в 10 километрах к северу от города Сарагоса. Работа, выполненная Косидой «Прославление Богородицы», является частью национальной коллекции картин континентальной Европы. Умер скульптор 5 апреля 1592 года. Вот так вкратце из Википедии о итальянском художнике эпохи Возрождения, скульпторе, ювелире и архитекторе Херонимо Висенте Вальхео Косида. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.